Нашу машину нужно теперь прикрепить к столу для того, чтобы на ней вязать. Для этого в нашей коробочке с инструментами находятся две такие специальные детальки, которые называются струбцины. Вот они. Значит, берем сначала одну. Значит, ее нужно взять в руки так, расположить, чтобы вот так вот, да, чтобы вот это там есть один штыречек, чтобы он был сзади. Вот таким образом берем это в руки, эту струбцину, поднимаем нашу машину, ставим ее на торец, и снизу вот там есть такой специальный паз, да. Берем, вставляем вот этот центральный штыречек в центральное отверстие, да, и поднимаем его наверх. Для того, чтобы нижний штыречек попал, тоже там специальный паз есть. И закручиваем эту машину, этот винтик надо крутить вправо. Крутим его вправо, влево он не этот самый, влево он не закрепится. Вот так. Прикрутили. Теперь берем второй. Аккуратненько. Да, придерживаем машину точно так же. Значит, вставляем по центру, поднимаем наверх и крутим вправо. Вот так. Все. Наши аккуратненько пока что оставляем на стол. Значит, наши струбцины уже установлены на вязальную машину.